И в завершение о спорте. Сегодня состоится перенесенный матч 5-го тура азербайджанской футбольной премьер-лиги между Агдамским Карабахом и Бакинским Сабаилом. Обе команды мотивированы на предстоящую игру. В случае победы действующий чемпион страны Карабах выйдет в единоличные лидеры чемпионата. На данный момент в его активе 26 очков, и он встает на одно очко от столичного Нефчи. Что касается Сабаила, то команда расположилась на 6-й строчке турнирной таблицы. Победа выведет клуб на 5-е место.